Эй, всем привет! Вы на канале NBQR, и вот у нас сегодня уже игрушечка под названием Tactical Assault VR. Вот, как бы все. Ладно, это шутка, бэк нажмем. Вот, у нас, так скажем, неполная версия, то есть у нас мультиплеер не поддерживается, но вы поняли, да? Ладно, мы будем играть только в синглплеер. В общем, такая игрушечка, что-то похоже на Onward, типа реализм там присутствует, что там убивают с одной пули. Что-то там вроде как что-то случается с тобой, 500 хп, ночная миссия, нет респаунов, один, кем-то не понятно, какой-то Ирак, Иран непонятный, нам надо вот захватить кого-то там, привезти, увезти. Вот, мы получается будем стартовать оттуда, надо перейти и уничтожить. Нажимаем загрузку и вперед, и в путь, и все, и нормально, и мы вот профессионалы здесь. Так, лоадаут у нас тут есть, да, присутствует. Я вот запустил то, что я сразу вот начал, потому что... Сразу все осмотрим. Так, ну, пистолеты, рифлс, М4-1, АК-47. Бля, АК-47, конечно, мы себе не изменяем, ребятушки, бэк. Фух, вау. О, неплохо. Так, хорошо. А, это патроны для... Так, хорошо, пистол сюда. О, вижу уже сверху кого-то. Можно снять, но ладно, не будем. Ладно, пойдем дальше. Объект примерно, да, там. Что-то не карта, ничего. Я нажимаю все кнопки, которые есть. Слушай, мы же со светом так спалимся. Офигеть, они меня сразу спалили, алло. Ну, понятно, с фонариком идти, блядь, что не спалиться-то? Чего? Отлично. Так, у меня магазина нет. Пришел тут вояка, блядь, воевать. Все, погнали. О, нет. Ну за что? Ну нет, ну не говори, что... Что? Кажется, я его убил. А, в окошке вижу. Бля, да сука, он меня снизу, вот он обошел. Ё-моё, бля, чуть не получается. Как будто это. Как будто не очень. Блин, ну каждый раз магазины заряжать, это, конечно, такое все. Зато быстро приучимся. Все, погнали. Слушай, как будто пистолетом лучше будет. Пойдем сюда. Я тебя вообще не видел, друг. Как включать фонарик в этой игре? Как в этой игре менюшка вообще какая-то? Что? Куда делся мой пистолет? Господи, как здесь делать? Что вообще не пойму. Че это? Что я беру за нос тебе? Просто вот подскажите мне, где мой пистолет? Отлично. А, вот, я понял, все, все, левая рука работает. Окей, тогда вот это можно уже выключить. Ну, тогда с фонариком они нас будут палить. Ну все, погнали, как будто разобрались. Да, как будто уже пора. Разваливать. Пора миссии выполнять так. Сколько у нас патронов здесь, я не считал. Раз пять я выстрелил, наверное. Сейчас узнаем. О, есть. Так, какие-то... Что-то там жмут меня. Слушай, ну как бы очково. Давай возьмем лучше ствол. И попробуем посмотреть. Ой-ой-ой. Опасно. Перебегаем. Ну, в эту игру можно коопом играть, это, конечно, будет намного прикольнее. Имя она стоит, как бы, рублей 500, что ли, если не ошибаюсь. В принципе, игрушка, ну, мне уже нравится, то есть можно погонять вместе с кем-нибудь. О-хо-хо, какой он стрёмный фонарик, типа, знаешь. Ну, прикольно, слушай, эффект какой-то есть, есть.
слушать фонариком как-то более эпично. Защищаем такие дома. Отлично. Бля, нам там еще посмотреть оружие. Слушай, ну коллаж жесткий, конечно, но, бля, отдача тоже мужская, так сказать. Не каждый справится. Нам как будто сюда. Нет, тут как будто тупик. Да, как будто тупик. Передвигаемся от укрытия к укрытию. Тух. Перелезть можно? Круто. Ты шо, дурак? А, патроны. Бля, подмога прям бежит. Быстрее на дверь выламывать. Бля, можно? Топ. Уронил. Блин, больно. Вообще все падает. Интерфейс вообще не привычный. Так. Вот сейчас. Офигеть. О! Сзади. Откуда еще один? Сверху? Тихо. Спокойно. Да, вот он. Ага, отлично, хедшот. Мы не можем магазины подбирать, это очень плохо. Фига они тут прячут. Слышь, а куда под... Где под... Ну, мне еще, в принципе, 3 магазина. Давай дальше. Тяжело для тебя, молоток, согласен. А, патроны! Да все, успокойся, за что? За что? Я же нажал выстрелить, он уперся об эту тумбу, блядь. Об эту... Я не хочу калаш, как будто. Не-не-не, это точно не хочу. Давай возьмем классику тоже и попробуем. Ладно, давай сейчас туда пройдем. Посмотрим, что здесь будет. А! Он один там? Охренеть. Наглый перец. Просто пацан, вон он бежит. Не-не-не, спасибо, я пошел дальше. Надо считать, сколько... Капец, я красный. Ага. Второй этаж. Охренеть, их тут вообще много. Просто их тут капец какая куча была. Вообще, слушай, ну мне пока нравится, вообще нравится. Прям чувствуешь себя каким-то прям, ну, агентом. Ой, сверху подавляем. Прячемся, туда-сюда, хоп-хоп. Где-то вот здесь. Больной ублюдок, блядь, пугаешь меня. Давай, выскакивай. Давай вот этого снимем. Ага, сзади. Офигеть, меня жмут, я не могу. Так они перебегают. Вы что, умные? Я хочу тоже через окошко перелезть, не получается? Вот тут падаль какая-то. О, вон он. Вроде упал. Проверять, конечно же, я не буду. Потом меня в спину убьет просто. Наверное, нет, упал, наверное. Но не будем проверять.
Объект нейтрализован. Тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас я не уверен, что вообще тут все чисто. Прячемся, прячемся. Откуда? Где? Ага. Тут по комнате кружусь вообще как. Ага. Слушай, вот так надо, вот так. Эх, Црал тут сидел, да? Бля, они же на звук придут. Бля, уже опасно. Уже патроны заканчиваются, я думаю, магазин. Бля, ну на одного бы еще хватило. Ай-яй-яй, да за что, бля? Ну зачем? Ну как так? Ну как патроны уже могли закончиться, только перезарядился. Только перезарядился, ну честное слово. Кар, МК-18, ФАМОС. Текс. Текс. Мы должны пройти этот уровень. Что за Dark Souls с автоматами, бля? Вообще ничего не пойму. Просто какая-то, блядь, сложная миссия. Где молот? Куда он делся? Нету молот. Over there, now. А почему дверь открылась? Кто? Как так дверь открылась? О, тяну на себя. Окей, а вот эта дверь? Бля. Ого. А! Бля, да я... Сука, ладно. Давайте на этом закончим. Это какое-то просто... Просто что-то бесконечное. Бля, надо тренироваться. Надо просто тут, я не знаю. Ну, такая вот игрушечка, в общем. Интересно, у нас есть... Вышибаем двери, тут туда-сюда, убиваем всех. Вот. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ниже ссылочка в описании на паблик ВКонтакте. Там все VR. Все, ребятушки, всем пока.